Всем доброго времени суток, ребята. Кто смотрит мой канал, видео, знает, что мы вчера клеили аквариум, да. Вот я набрал воды в аквариум, пошел поужинал, вернулся и просматриваю. Вот, нигде никаких потеков нету. То есть склейка нормальная. Вот. Аквариум не течет, нигде ничего не подправлялось. Так как, в принципе, у меня нету времени на эти все поправки, переклейки, Проще склеить новую банку, чем чистить старый, скажем так, силикон и мучиться, скажем так, со старой склейкой. Оно того не стоит, я считаю. Проще, если есть возможность, да, если есть доступ к стеклам, проще склеить новую банку. Вот, также я начал клеить еще одну, скажем так, одну приспособу для живородки. Мне не особо нравится заниматься живородкой. Ну, тоже рыбка интересная. У меня просто были живородки, и, знаете, ну как-то оно поднадоедает. Ну, все-таки купил одну дубяшку, потом поймал еще пару самок эндлера в так называемом полидариуме. Ну, вот они не рестятся, там что-то живут своей жизнью. Вот. Так что такие новости. Аквариум нормально, то есть все хорошо. Сейчас я спущу эту воду, залью еще один раз. Потом еще раз через время спущу, залью один раз, вот, промою швы. И сегодня я этот аквариум запущу в работу, скажем так. Когда запущу в работу, снова вам его покажу. Вот. Да, по поводу скалярий. Скалярии отнерестились, пережили, скажем так, сегодняшнюю ночь и целый день нормально. Икра вся целая, там около десяточка икринок побелевших, но я чуть позже сниму видео. И вот задача, я не знаю, стоит ли убирать эти побелевшие икринки или не стоит. Вот, насчет скалярий, у меня не рестились один раз, но икра вся побелела или ее съели, то есть не помню. Вот, но этот раз пока вроде бы там около десятка икринок белых. Но об этом потом. Всем приятного просмотра. Кому интересна тема аквариумистики, подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, пишите комментарии. И кому не нравится что-то, пишите комментарии, ставьте дизлайки, ребята. Это, скажем так, мне интересно мнение каждого. На этом все на данный момент. До следующего видео.